Приветствую вас, уважаемые подписчики, гости моего канала, друзья. Хочу вас поприветствовать, поздравить с хорошим майским настроением, с майскими праздниками. И, друзья, как вы видите, погода у нас на улице становится хорошей, жаркой. Мы начинаем собираться в походы, на отдых, на рыбалку. И я, друзья, решил себе взять вот таких вот два пакета индивидуального резервного суточного питания. Не всегда, друзья, есть возможность на рыбалке или в турпоходе быстро приготовить себе кушать, особенно на рыбалке, когда хорошо клюет рыба. Не хочется отвлекаться, друзья. И поэтому я взял два вот таких вот наборчика. Попробуем, проверим, как, что. Вкусно, невкусно, все покажем, расскажем на рыбалке. На рыбалке обязательно мы их попробуем на первой же, хотя бы один пакетик попробуем, и я поделюсь с вами своим впечатлением об данных наборах. А пока рассмотрим обзор, сделаю обзор, что входит в данные рационы питания. Первая часть видео будет рацион питания номер 2. Они отличаются, не зря здесь стоят цифры 2 и 3. И вторая часть будет рацион питания номер 3. Ну а пока что вскрываем пакет. Срок годности у них небольшой, поэтому я думаю, за май месяц мы как раз эти наборы и попробуем. Если нам понравится, то будем приобретать их постоянно. Посмотрим, выберем магазины, где лучше цены, где лучше ассортимент. Как видите, хорошая крепкая коробка. И в этой коробке еще одна коробочка из картона. Не хочет вылазить. Вот. Вот так вот открываем. Что-то вываливается. Коробочка такая фольгинированная. Такой запах еды. И сейчас все выложим на стол и посмотрим, что в данном рационе питания. Проще сделать это вот так и разложить. Ну вот, ребята, вот такой вот набор входит в состав этого ИРПа. Я считаю, набор продуктов на сутки вполне самодостаточный. Здесь все есть, что вам только надо. Есть и кофе, и чай, и растворимые напитки. Первое, второе, третье блюдо. Даже есть яблочное пюре, сладенькое, салфетки дезинфицирующие, салфетки простые, есть сахар в данном наборе. Да вообще шикарно. Шоколад, спички, специальная грелочка с сухим спиртом, чтобы можно было подогреть все, галеты. Ну не знаю, набор отличный. Вот сейчас мне, вот я смотрю, тут реально есть... Даже можно и не одному покушать. Ну, конечно, смотря кто как ест. Но я думаю, два человека на рыбалке могут спокойно, хорошо вот пообедать, еще и поужинать, наверное, этим набором. Мы сейчас рассматриваем ИРП номер 2. И вот что входит в его состав. Можете посмотреть, почитать. Вот здесь все написано. Что входит в состав, какая энергетическая ценность. И также, сколько здесь содержится витаминов. Можете посмотреть.
все хорошо видно должно быть. Еще будут сбоку фотографии. И даже, что меня удивило, поливитаминка в наборе. Ну, начнем с галет. 4 пачки галет. Гуляш с картофелем. Можете почитать состав, все. Каша гречневая с говядиной. Фрикадельки из говядины. Шпик соленый. Паштет нежный. Даже, друзья, есть плавленый сыр для гурманов и любителей сыра. Жевательная резинка. Рагу из овощей. Пюре яблочное. Фарш колбасный. Да, мне уже, ребята, хочется на рыбалку, чтобы это все просто попробовать. 3 пакетика сахара. Довольно хорошие такие увесистые пакетики. Сейчас посмотрю. 20 грамм, 60 грамм сахара. Три салфетки дезинфекционные, простые салфеточки, таблетки для очистки воды, шоколад офицерский, батончик 30 грамм, перец черный, соль, сливки сухие, быстро растворимые, кто любит кофе со сливками, 2 пакетика индийского чая, 1 пакетик кофе, повидло яблочное, и концентрированные, сухие, быстрорастворимые напитки. Персик, вишня и малина. Теперь главное найти чистую, хорошую воду, чтобы это все развести. Горелочка. Здесь 3 таблетки сухого спирта, чтобы можно было подогреть еду. Охотничьи спички, вода ветроустойчивая, три ложки и вот такой вот пластмассовый нож. Ложки одноразовые. Все, что вам надо, все необходимое в данном наборе присутствует. Попробую его на рыбалке, когда поедем с детьми. И посмотрим, насколько данный набор сытный. И как хорошо он усваивается. Срок годности уже заканчивается. Хотя тут вот срок годности и до 2020 года. Хотя на наборе написано, что до 5 месяца 2019 года. Также вот до 2020 года срок годности.
дата изготовления на данном пакете. Поэтому, друзья, кому интересно, кто заинтересовался, ищите у себя в магазинах, в военторгах данные рационы питания. Вещь очень удобная. Взять с собой в машину, в рюкзак, в поход, на рыбалку. Я считаю, вообще вещь очень классная. Кому интересно, друзья, в следующей части будет обзор на ИР номер 3. Как вы знаете, это набор номер 2. А в следующей части будем рассматривать набор номер 3 и чем он отличается, интересно, от данного набора. На этом, друзья, заканчиваю эту часть. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Оставайтесь на канале.